Всем привет! Ну, спрятался я в холодильнике, чтобы хоть какой-то маленький репортаж сделать. Просто поймите меня неправильно, точнее, поймите меня правильно, что ну, снимать профессионально сейчас во время рабочей смены очень-очень сложно. Я решил просто сделать маленькую такую публикацию о том, как и чем я кормлю персонал. Буду делать такую пятидневочку, и как только она будет заканчиваться, или как более или менее количество дней будет уже собрано, чтобы что-то вам показать коротенько, не так, чтобы вас утомить, то на этом все и будем заканчивать. То есть я буду заканчивать, вы будете смотреть дальше. Сегодня для персонала у меня рис басмати, гуляш с телятины. Ну, гуляш какой? Он не оригинальный гуляш, это по рецептам детского садика. То есть здесь нет особо сильной паприки, буквально совсем немножечко. И нет таких сильных специй, потому что детишки такого вот, честно говоря, не любят. Чтобы было поменьше соли, поменьше перцев, ну, оно и понятно. Так, и вот кто-то из коллег сделал макаронную запеканку. Она такая здесь, ну, все, что я люблю, с красным луком. Вы знаете, да, что лук я вообще не ем. Так, значит, здесь красный лук, немного чили, немного чили перца. И присыпал он все это сыром, и все это я слегонца запек. Ну, вот и все. Так, сегодня у нас для персонала картофельный гратин с брокколи, спиральки, с гештеццесса от курятины. Эта пленочка продалась, потому что стояла в духовке, разогревалась. Так, и паста а-ля карбонара. Ну, типа а-ля карбонара, на самом деле здесь просто все, что осталось, макароны. Вместо панчеты и гуанчали у меня хамон, немножко петрушки. И кончонале, ком ец! Кончонале эсен, бисин салат. А, немножко салатов. Что тут у нас еще? Ну, вместо пекарины и пармезана у нас этот... Шеф ругается, говорит, уже все стоят здесь. Ладно, я ухожу, а пока меня не разорвали здесь. Все хотят есть. Сегодня для работников общепита у нас очередное меню. Я специально не готовлю, я, как правило, обрабатываю и отрабатываю все остатки, которые имеются. На сегодняшний день у нас здесь шупшнудль, тортеллини в сливочном соусе, наполненные моцареллой и помидорами, фланк стейк. На дальней стороне это телятина, тафельшпиц, братнудоса. Темный соус, салат, ну и крем-брюле, который я только что сам персонально отфломбировал. Всем приятного аппетита. Ничто филе, а? Сегодня у меня для персонала запланировано французский картофель, то есть картофель с розмарином и розбив. Шеф уже голодный, уже ходит, мечется, приходит 100 раз уже к конфетомату и говорит, когда же. Я говорю, ну еще 1 градус осталось, всего 54, будем отправлять их кушать. Глаш! Was für ein Tag, а? Endlich mal! Сейчас выпустим пар. И начнем всех кормить, а то они уже все заждались, бедолаги. Мясо почти час готовилось. Да. Не-не. Кайн порно. So, da fällt dir ein Teil für die Kartoffel. Essen! Willst du zwei dünne oder eine dicke? Das gibt mir die Hälfte. Nein, schneid mir einfach zwei schöne Stücke auf. Christian, du? Gerne. Dankeschön. Sehr gut. Gut. Dankeschön, Sebastian. Cool. Ja, der nächste bitte, aber komm her. Ja, musst du Teller nehmen.
Ohne Teller geht's nicht. Willst du einen dicken oder zwei dünne? Zwei. Okay, zwei. Ja, ja. Danke. Конечно, мясу было нужно еще немножко отдохнуть. Свои 54 градуса она взяла, она уже выглядит хорошо. Но это не кровь, это сок, ребятишечки. Энис, wo bist du? А Энис Махамадан? Das sind Kartoffelchen. Ich kann's mitnehmen. Nee. Isst du was? Ja, ich nehme. Kannst du mir ein Stück aufschneiden? Ja, dann schneiden wir das von dem ganzen Stück. Dankeschön. Bitte schön. Galina! Hanna! Отрежу всем по кусочку, пускай сами потом подходят себе, берут, что хотят. Кому что нужно. Мне маленький кусочек. Я больше не хочу. Да, еще хаб еще навкишнит. А я уже порезал, Галина. Галина, я порезал, бери. Да. И как, ты с крови кушаешь? Или лучше без крови? Без крови. Без крови. Могу сбоку отрезать? Не-не-не. Не? Ножка. Так. Бисин. Немного соуса. И все. Пошли обедать. Сегодня у меня для персонала макароны, куриные грудки с белым соусом с черемшой, ассорти из свежих овощей и чечевица с морковью. Да с вас. То есть это все. Эссен! Как видите, здесь воин, как они радуются, что наконец-то я их накормлю. Сегодня я задержался на 12 минут. Ну вот и закончилась рабочая неделя. Я ее закрываю. Все, что вы увидели, кому-то покажется это скучным, кому-то наоборот интересным. До следующей рубрики. Пока!